Сибирь. 4 века назад началось освоение ее бескрайних пространств. За несколько десятилетий первопроходцы одолели 1000 верст. По тундре, через болото, сквозь тайгу. Шаг за шагом продвигались они и обживали суровые дикие места. Тогда и выросли здесь деревянные крепости со сторожевыми башнями. От слова «строгать» пошло их название – «остроги». От якутского острога сохранилась лишь одна башня, срубленная из могучих бревен сибирской лиственницы. В минуту опасности башни служили надежной защитой, а в иное время были арсеналом, амбарами, мастерскими. Миновали века, и вокруг острога вырос один из крупнейших городов Восточной Сибири – Якутск. Ныне это столица Якутской автономной республики, где бок о бок дружно живут якуты и русские. Старинный город, важный научный центр Сибири. Здесь находится якутский филиал Академии наук. Немеренные таежные версты отделяли одну крепость от другой. Эта башня построена в 1631 году по соседству с бурятскими, или, как тогда говорили, братскими поселениями. Отсюда и название башни – Братская. Сложенная из 24 венцов, она похожа на продленный ввысь сруб крестьянской избы. От братского укрепления остались 2 башни. Одна отправилась в Москву, в музей Коломенское, а другая сохраняется здесь. Но и она совершила небольшое путешествие, ведь прежнее ее место находится на дне Братского моря. Название «Братск» обрело теперь новый смысл. Море, электростанции, молодые города – все это сделано руками человека. И прежде всего, руками потомственных сибиряков – русских, бурятов, якутов. Это их трудом созданы гигантские плотины – современные крепости Сибири.